Всем привет, я читаю Андрей Сенченко. Я заболел. Да. Ну, наверное, вы знали. А, нет, видео ж не было. Я вам не говорил. Ну и я сейчас смотрю телек. Вот, смотрю сейчас телек, СТС. С рекламой. Ну, ничего. Вот, я лежу. Вот у меня тут... Фини, терминал отличился, вот он видно. Некоторых мои игрушки. Ну и сейчас я обшиплю голову. Все нормально. Мне еще надо поменять температуру. Только я забыл выиграть. Нет. Сейчас подождем, пока он наблюдит. Все. Теперь можно уложить. Ну и напишите в комментариях, чтобы я побыстрее выздоравливаю. Вот. Короче, туда поворачиваю. Ну и, короче, как бы мы будем меня поддерживать лайками, подписками и комментариями. Я сейчас очень болен, так что, ну, конечно, не болен, но сейчас мне надо померить. Сейчас буду. Вот, все. Надо еще подождать чуть-чуть. О, вот это. О, у меня температура 37,9. Ой, не могу вам никак показать. Блин, ну короче, у меня зеркальное отражение. Я сейчас смотрю фильм «Интерстеллар». Ну, я сейчас лежу укрытый. Надеваю. И вот, наш, как бы, логотип канала. Моя собака, его зовут Чеш. Ну, уже 3 года. Ну, у меня еще есть кошка Клео, ей уже 5 лет. Ей было 5 лет 30 апреля. Ну, и вот Чеш надевает. Вместо моего, у меня в ногах. Ну, я заканчиваю видео. Поддержите меня, чтобы я выздоровел. И подпишитесь на канал, поставьте лайки, напишите комментарии. И всем удачи и всем пока.